В регион поступило более 6 тысяч доз вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. Препарат доставлен в медицинские организации губернии. На сегодняшний день привиты более 150 тысяч жителей Самарской области. Из них завершили вакцинацию более 97 тысяч человек. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг или по телефону своей поликлиники. Также работает телефон горячей линии 122. Даже при отсутствии вакцины можно оставить заявку на вакцинацию в листе ожидания. Как только препарат поступит в поликлинику, вы в числе первых будете приглашены на вакцинацию.